Привет, друзья! Я нахожусь на объекте, необычном объекте. Это у нас ресторан, 480 квадратных метров. Вот здесь у нас стоят два котла, два градиента по 12 киловатт. Вот. Сейчас они работают оба на 24 киловаттах. Вот. Сейчас в помещении 23 градуса тепла. Вот. 480 квадратных метров, ребята, два этажа. Но этот объект мне обычен тем, что я сейчас нахожусь в Ямало-Ненецком округе. Вот. Город Лабытнанги называется. Это последняя точка, конечная. Все, больше, дальше. Там я не знаю, что там, Андрюш, дальше у нас получается. В общем, ребята, что хочу сказать. Здесь ребята живут на газе и нефти, но у них нет газа. Поэтому ребята приходится им электричеством топиться в городе. Здесь, естественно, морозы такие, что до минус 40 доходит, поэтому мы поставили 24 градуса, 24 киловатта на два котла будут работать. Вот. 480 квадратов, повторяюсь. Здесь опять-таки система собрана, вот коллекторная группа, первый этаж, второй этаж, отдельно я ему разделил, было вместе. Вот. Поэтому получилось достаточно экономично. Сейчас у нас система работает на 40 градусах на обратке, потому что больше в принципе не нужно, сейчас более-менее вот, тепло. Уважаемые зрители, сейчас вот мы едем в аэропорт, и я просто пару слов хочу, чтобы сказал хозяин вот это вот заведение ресторана на предыдущем видео. Вот, Андрюш, скажи, как ты вообще нашел нас, вот скажем, с Ямало-Ненецкого округа, как ты вообще узнал про эти котлы? Это вот хозяин ресторана. Честно, по интернету. Ну, понятно, по интернету. Более-менее подходящий, потому что на центральном уже выходило дорого. Ну, и начал искать более-менее. Ну, а сколько дорого, сколько чего там? Не, ну, взять, если в денежном эквиваленте, то выходилось около 100 тысяч в месяц. Пиковые. Ну, когда морозы большие. От 60 до 100 тысяч. Сейчас по отзывам, по тому, что сделали по изначальным, по первому этапу, думаем, что эта сумма уже будет забыта. Да, конечно, конечно, будет забыта. Ну, сейчас у нас работает где-то на 20, наверное, 1 градусе, киловатте. Там на втором этаже у него гостиничный комплекс, так можно сказать, там 12 комнат. И вот лично в моей комнате, наверное, там градусов 27, честно, спать невозможно мне. Вот. Но он это... сейчас у нас же не работает, кажется, он с интервалом. Сейчас он работает 5 минут, отдыхает где-то в районе 15 минут. На 24 получается. Нет, на 20. Нет, на... сейчас он на 24 не... в самом пике работает. Это самый пик, да. Начинает работать, да, где-то в районе 18 киловатт начинает работать, да. Вот, поэтому вот так. Вот. В среднем просчитали, у нас получилось, что у него будет выходить где-то в районе 4500 киловатт. Ну, у них просто здесь в месяц. Вот. 480 квадратов, ребята, повторюсь. Я вчера вот целый день сидел и считал, сколько работает. Я думаю, даже меньше выйдет, чем столько. Ну, естественно, конечно, здесь еще минус один. Вот, здесь еще нет морозов. Ну, даже коэффициент, если добавим морозы, у него выходит намного-намного экономичнее, чем даже центральное отопление. Да, есть такое. Вот.